Если тебе делают предложение, которое звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это ловушка. Если кто-то выдает себя за сотрудника банка и спрашивает пароль твоего счета, это ловушка. И телефонный звонок, во время которого обещают грандиозную прибыль, если ты что-то сделаешь, раскроешь данные или заплатишь, это тоже ловушка. Не попадись на крючок. Береги свои деньги и данные. Будь умнее мошенников. Подробнее не попади LV.